Поездка с удовольствием, посылка без опозданий. Теперь пассажиры скоростных поездов смогут смотреть любимые фильмы. А железнодорожная служба быстро и недорого доставит посылку. О новых сервис-услугах компания «Казахстан Теміржолы» узнала Гульнара Хасан. Мауленбегов по маршруту Астана-Алматы и обратно выезжает каждую неделю. А потому, когда узнал о запуске мультимедийного портала, остался доволен. Можно и такси заказать, и все о маршрутах узнать. Да и дорога теперь не будет казаться утомительной и долгой. Я приятно удивлен новым сервисом. Вот так интересно. Сейчас вот смотрю, здесь можно такси заказывать. Фильмы смотреть, дорогу сократить вот так. На портале можно посмотреть фильмы казахстанского и мирового кинематографа, мультфильмы, а также узнать важную для пассажира информацию. Услуга бесплатна и на цене билета не отразится. На сегодняшний день мы внедрили на двух направлениях. Это Астана-Алмата, Алматы-Петропавловск. И до конца текущего года мы планируем охватить все 12 скоростных маршрутов поездов Тулпартальга. Другие поезда тоже работа ведется, чтобы не только на поезда Тулпартальга, но все направления эту услугу внедрять. Еще один новый сервис – экспресс-перевозка почтовой корреспонденции. Это совместный проект КТЖ и Казпочты. Посылка весом до 3 килограммов дойдет до Алматы и Астаны менее чем за сутки. Цена услуги – от 100 тенге до 1000. Раньше я, когда отправлял в Алмату, я искал, там, ходил по вокзалам, искал людей, кто может принять эту посылку. Здесь как бы нету доверия, получается, к разным людям. А здесь, получается, я доверяю вот организации, которая отправляет. До конца года планируется наладить почтовую доставку во все областные центры страны. Гульнара Хасан, Жандос Битабаров, 24KZ, Астана.